Всем привет! Сегодня видео будет уникальным, можно сказать, никто этого не делал еще до меня. Хочу показать вам внутренности, так скажем, внутрянку прибора Polymaster радиационный педжер RM1703GNA с детектором нейтронов. Вот он правильно называется, измеритель, сигнализатор поисковый. Вот нейтронный детектор, и здесь еще гамма-детектор стоит. Этого никто еще не делал. Но я что заметил, смотрите, на этом приборе. Все эти приборы, они, ну, в общем, на них гарантия идет производителя, и там они не ломаются, там нечего ломаться, они герметичны полностью. И металлический, снаружи пластиковый корпус, внутри полностью металлический каркас такой вот. И я заметил, пломб нет. Вот эта голограммка защитная, это, наверное, не пломба. Не чувствуется под ней ничего. Хотя, возможно, там есть. Может, это и пломба внутри. Ну, нет, не чувствуется там никакой болтов, ничего. Просто наклейка. И все, что есть, эти вот эти два болта. И они без пломб, то есть их просто можно легко открутить. Это не нарушается, не гарантийный эталон, ничего. Вот. Сделаем это очень аккуратно. Легко они откручиваются, пломб нет. Вот. Вот таким конусом здесь идут гайки. Думаю, вам интересно, что внутри. И вот эта крышка поддевается, как видим, легко. Вот идут, покажу, это болты такие особенные, все вот сделано у них на заказ для них. И вот они здесь были. Вот смотрим, есть уже шлейф, видно. И вот что я и говорил, насколько эти приборы качественные. Видите, внутри идет внутренний скелет прибора, полностью металлический. Вот он. Я, конечно, в удивлении, в шоке. Молодцы. Polymaster, молодцы. Они сделали металлический внутри вот скелет прибора, а понаружи пластик. То есть противоударный прибор неубиваемый. Вот здесь сальник есть, смотрите. То есть подводный водонепроницаемый прибор, вот это белый. Это сальник, резинка, которая прижимается. Сюда не попадет ни влага, ни пыль. Пыль и влага, защищенность. Очень круто сделано. Все думают, наверное, что это просто пластик, его можно проломать, как он упадет, ничего не будет. Посмотрите внутри, какая толщина вот этой вот стенки металлической полностью вокруг. Это все защищено полностью. Еще мягкие прокладки, вот мягкие, это на датчиках. Очень качественно. Вот, вот это вверху, по-моему, детектор нейтронов, если я не ошибаюсь. Или наоборот, а внизу цезий-йод кристалл. И посмотрите на плату. Плата, вот она.
так вот вам будет удобнее. Можете посмотреть все, что находится на платье, качество сборки какое. Вот пока есть возможность. Вот видно. Стоит, по-моему, это кварцевый, как в часах, кристаллик для точного счета времени. Микросхемы, какие можете в интернете посмотреть, их характеристики. Контакты, по-моему, позолоченные. Вот это позолота. То есть позолоченные контакты. Неплохо так полимастер делает. Скажу, что еще сказать. Не дурно. Вон есть 4 пина каких-то позолоченных также. Вот мне сейчас плохо экран видно. Телефона снимаю на телефон. Ну, расширение ставьте в YouTube 4К, и вам будет все хорошо видно. Снимаю в 4К. Ну вот вам показал. Дальше его разбирать не получится, и не буду я этого делать. Дальше все там очень плотно мертво сидит. Хотел, чтобы вы видели. Никто до меня этого не делал, не снимал, не показывал. Посмотрим, что там у нас внутри. Думаю, фокусировка хорошая. Очень хорошо все видно. Вот то, о чем я говорил, позолоченные контакты. Такое. Конденсатор танталовый, по-моему, если не ошибаюсь, черный вот.